И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор, называется Деревня. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Очень классно сделано, натуражно. Музыка, волки воют. И уже... Тут что, можно вниз прыгать? Да, можно, нет, можно. Я повелся. Обман. Кстати, shift не работает. Колесико мышки, оружие, ничего нету у нас. А, можно прыгать, кстати, нормально буститься. О, хоть прыгать можно буститься. Давай на русский переключаем. Если у тебя извращенные вкусы, то, скорее всего, включи как можно больше аддонов, которые превратят Гаррис Мод в Франкенштейна с 50 FPS вместо 200 FPS. Потом надо будет написать в комментариях, что на карте баги. Нет, у нас все, ребята, четко, 60 FPS сюда во всех роликах. Так что, если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, я нажимаю. Нет, чувак прикольно написал, кстати, мне понравилось. Ты нажал, все? Да. Воу, фильмасик. Где-то в Бразилии, округа деревни. А что за музыка играет? Ну-ка, давай уберем ее. А у меня нету. Очень темно, ночного режима нет. Я себя вижу. Да? Такой кролик стоит, да. О, птички полетели. А, я не могу вообще ничего взять. Здорово. Тут темно. Новая цель. Попасть домой. Отличная цель, мне нравится. У тебя фонарик работает? А, ночное видение, оно какое-то слабенькое. Придется, да, Димас, так иди пока что. Конечно, темно, очень грустно. Может, так задумано специально? Чтобы мы погрустили. А, это типа ночка. Мы где-то гуляли, наверное, и вот домой возвращаемся. Это наш особняк. Темновато. Да, придется ночное видение врубать. О! О, все, наконец-то свет. Очень мощный прожектор. Дай хоть на тебя посмотрю, красавчика. Ну. Красавица. Тени классно сделаны. Глаза мутные. Ну ладно, пойдем. Все нормально. Я не спал. Тебе так дверью пишет, хвануло. Пойдем дальше. Чё? И что? Чё, не получается? Карта темная, но очень в этом есть смысл. Атмосферно. Звуки классные наложены. Я ничего не вижу. Давай не ночной режим. Я буду с ночным режимом. О, так нормально, кстати. Так, что делать нам? О, открывается, что, Е нажать, алло. А что ты раньше не нажал? Я не знаю, но не сработало с первого раза. Так, новая цель, приготовить еду и съесть. Ой, опять музыка, давай берем. Так, новая... А как нам готовить вообще? Где-то в Бразилии. Димас, что ты умеешь готовить? Яичницу запилим. Давай. Во, ящики открываем, проверяем, что тут. О, 2 из 16. Находим. Так, часы, микроволновка, печка. О. Лазим, клацаем все. Так прикольно. Да ну так прикольно. Кстати, нормально сделали вообще. Разрабы вообще. Во, тут что-то лежит, Димончик. Может, что-то... Во, смотри. Брать из унитаза, Димас? О, я взял что-то. Все, взял, да? Похавал? Да. А, на стол положи, во. А так нельзя съесть? РП отыгрываем, Димас, ты чё? Вообще новая цель, включить радио. О, будем танцевать. Я всегда, когда поем, ребята, включаю радио и танцую. Ты, Димас, так рад, когда танцуешь. Вот, ура. Чамба. Подожди, какой чамба-то? А свет-то вырубать кто будет? А, вот, все, нормально. Блин, классный дом, только мы тут маленькие очень. Не, я обычный. Так, новая цель, закрыть дом и включить компьютер. Димас, а смотри, сколько тут еще комнат, давай осмотрим все. Во, класс. Классно, реально четкий дом, большой. Вот записка. О, тут 7. Чья-то моя. Наша. Вообще. Так, хорошо. Мы же тут вдвоем живем, правильно? Я газеты собираю, смотри, как классно. Давай. Тупо типичная жизнь... человека обычного. Да. Поел, это, поиграл, поспал. Так, поел. Так, давай дальше. Сейчас покакать может надо или пописать. А, ну да. Забыли же ж по-любому. Угу. Туалет-то тоже надо ходить. Так. О. Чё, какая темно, цель? Так? Ты не можешь уснуть при таком ветре. Сфига ли, я могу спать всегда. Независимо, есть ветер, хоть дождь, хоть танк, я спать хочу. Как это не могу уснуть? Давай спи. Давай, а если я устал, мне все равно. Может, окна закрыть? Какие-то бомжи. Взять стул и использовать его как подставку.
О, давай стул. Глазок давай посмотреть. На двери надо. А, да? Да. А кто постучался, что ли? Ну, я так подошел к двери, мне так сказали. Ой, я смотрю. Ну-ка, смотри, Димас, кого ты там видишь? Ну-ка. Ух ты, блин, я испугался. Чё за подпись? Это я выбил ногой или ты? Не понял. Ой, я возродился. Диман, ты пэхни к себе? Давай. Во. Тут теперь какие-то звуки происходят. Пошли на улицу. У нас какие-то духи появились. Во. Не, подожди. А мне ты поехать назад. Так а дух у нас внутри-то в хате. Да? Да, давай искать его. Дух, выходи из икон. У нас тут хата-то небольшая, ты не спрячешься. Иди давай сюда. Может, и спрятаться. Может, ты тут? В этом. Прихожей, не? Может, он на потолке повис где-то? Э, ты чё нам свет-то вырубил? Вон он, на кухне. Жрет наши запасы, Димас. Быстрее, гаси. То не он. Это он на кухне. Иди на кухню, посмотри, он там. Мужик, выходи. Вот он, точно. Да, о, он тут жрет. Да это глюки. Не-не-не, это злюки какие-то. Давай. Не открывается дверь. Давай с ноги. Да что ты меня опять убил? Ты поехай опять. Камеди хоррор. Подожди. А что дверь убивается одного раза? А чё за баг? Это у вас не дверь тебя выбивает. Это я потому что когда ногой выбиваю, она тебе дверью фигачит. 100 хп сразу, ничего себе. У вас, ты видишь, что тут дверь сломалась? Это из-за того, что я ее ногой долбанул. Понял. Я вообще убийца какой-то ноговой. Нагатный. Нагатной. Так. Вот, ты, Димас, был на втором этаже? Во, 11 из 16. Смотри, куда я залез. Вот это я... Нифига себе ты, мужик. Ну, прикольный мужик я. О, Димас, смотри, куда. Полки. Можешь опять попробовать выйти? Я, может, в полку залезу? Так, я выхожу. Димас, я в полке. Реально, Димас, смотри. Смотри. Иду. Смотри, куда я залезу. Ого, все, давай. Прощай. Вот это прятки точно будут. Прикольно, мне нравится. Так, а еще ниже. А, ниже. Что делать? Спать ложиться, может? Да не, после такого не уснешь. Ну, давай пожрем тогда опять. Во, пожрать было реально. Че не пишут? Димас, иди сюда, микроволновку включил. Понял. Короче, наш персонаж опять проголодался и опять жрать хочет. Да после такого можно не только проголодаться. Ай, а так чё ты пыхает? Это из-за того, что типа я не должен был выбивать дверь, понял? А как подойди по-другому? О, Димас, смотри, я обратно дверь так, починил. Взял. Ты видишь? Дверь починил. Я видел, так с ноги дал ей вертушкой. Димас, это вы чинители с тобой конкретно. Так, что дальше? Может, я могу еще и окно? Просто там беги! Куда? А, дух идет, Димас, дух! Ай! Дух. А куда идти? Да. Я не вижу, у меня черный экран, красный. Красный, да. Я тоже. А, все, Димас, мы еще. О, опять мы где-то. Так, фонарик давай используй. О, беги, чили, Диман, здорово. Просто беги! Да я не умею, подожди ты. А куда бежать? Голубина сдохла. Непонятно. Так. Вот, видишь, чела. Давай его с ноги дадим. Вот рубильник я могу включить. На! Вот ты молодец, вдыхала с ноги. Ну вообще классная карта сделана вообще. Да, разнообразие большое. Без лагов. Все плавненько идет вообще. Вот так вот. Конфета просто. Так. Но здесь очень сложно. Но, видать, мы тут тупим. Так. Сейчас пройдем. Идем правильно, кстати. Вот так вот нажал. О, на ступеньке вверх. Дверь. Так мы. Открылась дверь. А, ты выбил ее? Нет, она была открыта. А, ну то нормально. Ой. Пойдет, Димас, вот так мы и спускаемся. В реальной жизни, ребят, мы так и спускаемся с Димасом. По да, потому просто. Что в реальной жизни нет тоже былиц, как здесь. Че за бесконечная лестница? Это как, Димас, это из цепи есть такая лестница. Да, я помню, мы проходили. Димас, а почему я тебя вижу, как ты ко мне приходишь, смотри. Димас, здорово. Подожди, стой, я не верю. Иди. О. Добрый день. А вы не видели... Бонни здесь, сейчас подождите.
О. А вот. Стой. И вас наверх пошел. О, можно выйти наверх. Да ты чё? Да я вернулся к двери. Давай пойдем обратно. Какая-то подпись. А мы долго спускались, да, с тобой? Прикольно. Это мне понравилось, Димас Кэшин, когда ты приходил ко мне. Так, и что нам делать, разработчики? Давайте ищем. Так, вот здесь мы были, вот здесь мы не были. А, мы здесь были, ладно. Ладно. Вот, цистерну мы точно не выпивали. Блин, да куда? Вот, цистерну. Ух, жлобокс! Жесть. Ты видал, что делаешь? Зачем да? так пугать же? Пугает нас, вот именно. Очень сильно я испугался. Ой, я коробку какую-то синюю вижу там на другом берегу. Вот что делать? Коробку возьмем, наверное. О, вентиль, пойдем. Давай-ка вентиляцию, Димас, иди сюда. Бегу. В ту же комнату иди. Ой, привет. Да, я здесь. Давай. О, а как я сюда попал? А я где-то тебя видел. Чё-то темнеет. Вот, ну-ка. Сходить в деревенский туалет. О, моя мечта сбылась. Где туалет, Димас? Я чё-то туалет не мог увидеть, прикинь. Димас, а ты где? Я возле тебя. А, привет. Это, в общем, идем в туалет, я слышу запах здесь. Туалет? Нет, туалет в другой стороне. Другой? Ух, тут у тебя, кстати, глаза светятся классно. У тебя тоже. Ты как котяра. Фонарик дали. Да, фонарик это хорошо. А ну да, в туалет без фонарика можно вступить. А чё это у нас, блин, участок и туалет в какой-то вообще жопе? Это чё, это туалет у нас здесь? А чё такое? Может здесь? Подожди, я с тобой бегу. Видать, у нас туалет деревенский на соседнем участке находится. Может, я правильно шел с самого начала? Да, иди. Вот чё, туалет. Нифига себе, обосраться можно. 5 дверей, 16 заборов. А прикинь, еще и ключи будут. Ой, замки висеть на них. Так, вы посра вернуться домой. Знаешь что, Димас? Похож на туалет из Шрека. Шрек и туалет вообще. Нет, реально, вот зачем 4 двери к туалету нужны, я не пойму, а? Оно так лучше. И еще находится, Димас, фиг знает где. Реально, ночью захочешь и не пойдешь. Еще духи ходят. Через волков надо пройти, 7 дверей открыть вообще, и ужас. 7. Так, и чё? Дверь закрыта. Чё за прикол? Так, Адимас. Ой. Видел? Свет включается, выключается, короче, сам глючит. По себе. Прикольчики делать. Ладно, давай прогуляемся, чё у нас тут, это большие владения наши вообще-то. Может запрыгнуть в окно как-то можно? Окно надо открыть. Вот у нас открытое окно, давай. Ого. Тихо. Сигнализация. И дверь от... Да что такое? Да ну это что такое, реально. Звери какие-то напали на нас. Че дальше? Йети? Или дети напали? О. Фонарика нет. Мы в хате. Прикольная история, чувак замутил. Так, где мы еще не искали фонарик? Вот здесь фонарик, я уверен, где-то лежит, чувак. Может, в холодильнике? Не знаю, я просто мог бы и в холодильник запихнуть фонарик. А что один такой ящик открывается? Слышишь, что-то бежит? Да, какая-то жопа. Ух ты, ворона! Да я испугался, что ты смеешься. Да смешно же испугался. Да не черные прям в лицо летят. О, дробовик бери. Да что ж такое? Это какой-то... Нельзя взять. Городок каких-то неандертальцев, что это такое? О, пошли на улицу. Ого, ну... что с небом? Эпилепсия. Да, не, вроде белый, фонарик нормально. Отключить надо. А, типа из-за фонарика фигачится. Ну да. У тебя тоже, да? Я ничего не вижу. Куда мы идем? Куда-то идем. Где мы? Где я? О, Димас, я какой-то жопе, нормально. Конец так. Истории The Смотри. Village. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!